Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Одинцовской областной больницы Павел Бережанский попал в число лауреатов ежегодной губернаторской премии в сфере наук и инноваций для молодых ученых и специалистов. Она присуждается за наиболее перспективные исследования и разработки. В 2020 году премию удостоились 13 исследователей и 2 авторских коллектива. Наш лауреат ведет не только научную, но и активную общественную деятельность. Он является членом Совета депутатов Одинцовского городского округа, отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.